Главное, все ничего. Вот я просто лайками, наверное, засыпали уже, да? Зачем? Нет, мы не хотим этого делать. Четвертый класс. Скорее всего, не русскоговорящий. То есть не очень понятно, почему этот парень решил вот тут лечь и вот как-то вот тут стрелять. Ладно, мне на руку. 49-й. Ну и да, тут ядрить тебе эмку скинули. Вам ники не знакомы случайно, ребят? Волосинка, Мартин. А, это что Б, понятно. Так. Как у нас с лагами сейчас? Кто не взял пропитал? Я не взял пропитал. О, ну тогда проблема у вас, да. Добро пожаловать во взрослый мир, пиздюки! Вот там флешками кидаются. Блин, я застреваю на карте завод, представляете? С другой стороны. Я не вписываюсь в лестницу, зашибись. Ничего, все равно карту переделают. Не понял. Ты выжил? Я ж тебе в лицо стрелял. Ой. Слава богу. Дети, не люблю, когда вы ссоритесь. По контейнеру. Что со мной не так? Почему он не умирал, когда я стрелял в него? Че за... Или... Магия! Ай! Он там на палатке может сидеть, в оптику смотреть. Ну да, на палатке кидаются. Кстати, без звездочки. Так, ну какие варианты? Вариант номер один. Просто ждать, когда кто-то пойдет разлутывать. Вариант номер два. Пробежать до эскалатора, подняться наверх и сверху осмотреться. Вариант номер три. Пройти справа. Ага, сверху все еще сидят. Наверное, все-таки вариант идти наверх самый правильный. Ни под кого лишний раз не подставиться. Гренами закидывают. Это, видимо, те двое, которые бегали сверху.
прокинул. Граната! Слышали? Кто-то умер. Я что, вот этого чувака убил? Вот этого вот. Это реальный игрок был, который всю дорогу сидел? Да! Повёлся! Блин, что он опять сюда смотрит, там, лёжа там. Где-то есть второй, стрелял, вот не он. Остановись. А, нет, он стрелял, Сашка. Просто остановись, братан. Ядрить. А чё вас так много-то там внезапно оказывается? Я думаю, как они меня видят все время? Их там три, как минимум. Упал, что ли? Походу, да. Раз. Два. Ну да, я его убил. Ух, сейчас лайков наставите, наверное. Да. Вот, этот токсичный моб. Красная карточка. Поздравляю, ты холодильник. Ну или два холодильника. Шарап, спасибо тебе огромное, рад видеть. Спасибо большое за рейд. По-моему, я придумал себе миссию защищать холодильники до конца. Блин, как-то неловко получилось. Денис теперь в деливере доставки или в Яндекс.Еде? Ствол. Не понял. Это как? Ну, как-то так. Нет, я, конечно, возьму и 214-й, который после вайпа стоит, и гашановский. Но тут РПС-ка как бы заспаунилась, получается. Вот тут. Такие, когда увидите, что спавнится криво, перед вами кто-то спавнится, боты спавнятся перед лицом. Это все обязательно нужно, если есть клипы и там видосы, скидывайте им видосы мне. Я буду их отправлять конкретным людям, которые будут делать это все, рихтовать, чтобы не было такого.